И вот это стихотворение называется «Понаезд». Спор историков длится и длится. Оказалось, что тысячу лет собирает приезжих столица, коренных, как доказано, нет. По итогам последних раскопок в населении древней Москвы было много скуластых, раскосых и негроидных даже, увы. Приезжали сюда не рабея, пировали в московских бистро. Если взять ритуал погребения, все выходит и вовсе пестро. Против истины, брат, не попятишь. На Москву, не стесняясь, ничуть наезжали и кривичи, и вятичи, и мордва, и хазары, и чуть. Торговали, торгуясь до хрипа, и женились, и сплавились так, что единого нет фенотипа, обычный московский бардак. То есть в этом, как сказано, звуке сразу было всего до черта, и построил ее долгорукий, понаехавший тут лимита. Был он сам из глубинки российской, где промаялся несколько лет, и поехал в Москву за пропиской. Приезжать-то города нет. Лишь поместье боярина Кучки, скромный дом, небольшая кровать, долгорукий, дошедший до ручки, был обязан Москву основать. И дружина без лишнего слова стала строить ее. Он был из Ростова. Хоть великого, но никакого, в плане денег, карьер, перспектив. И построил Москву долгорукий, уселся на ней, как влитой. Его непослушные внуки стали брочек чистить лимитой. Чуть позднее, сверкая глазами, потянулся к Москве Калита. Из Орды, из Твери, из Рязани потянулась к нему лимита, хоть не высшая фенотипом, но активная, как Актимель, и недаром прирос к нему титул собирателя русских земель. Гастролера, купца, иностранца не отпугивал местный мороз. Кто пришел торговать и остался, кто пришел воевать и прирос. Так возвысился, пыльный и дымный, как еще в нем деревья растут. Всевместительный, страндоприимный, дивный град понаехавших тут. Город хаос, почти без проекта, город выставка, город штурвал. Коренными считаются те, кто раньше въехал и больше урвал. Город вечного грома и гула, где на улицах зимняя соль. Чем вас, люди, сюда потянуло? Что тут, медом намазано, что ли? К ней фактически, в общем, не близкой, миновавший Смоленский торжок, сам Батый приходил за пропиской, не сумел получить и поджог. Что ж вы едете, парни, в Москву-то, генотипы везете свои, ведь у нас то пожары, то смута, то погромы, то ДПНИ, чем вам нравится небо стальное и дороги под коркой льда? Просто, видимо, все остальное не годится совсем никуда. Антракт.